Пока позволяют погодные условия, земледельцы нашего района собирают свой урожай. К уборке подсолнечника в крестьянско-фермерском хозяйстве Ольхаов приступили в четверг. Задействовано максимальное количество единиц техники, что позволяет вовремя и без потерь завершить уборку. Крестьянско-фермерское хозяйство Ольхаов на площади 90 гектаров производится уборка подсолнечника. Задействовано 5 единиц комбайнов и 4 единицы автомобилей КАМАЗ. Планируем завтра к вечеру завершить уборку. На этом уборка у фермера не заканчивается. Впереди предстоит убрать кукурузу. Остается всем земледельцам пожелать сопутствия хорошей погоды. В целом по району данные по уборке подсолнечника таковы. Из имеющихся 5316 гектаров убрано 4160 гектаров с урожайностью 17 центнеров с гектара. Из имеющихся 13530 гектаров кукурузы убрано 2300. Урожайность составила 50 центнеров с гектара.